Пришла посылочка с AliExpress. Заказывал пульсоксиметр. С недавних пор востребованная вещь в связи с пандемией. Служит для измерения кислорода в крови. Другой термин, как сатурация. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Вот в такой коробочке. Этот у меня уже второй заказ. До этого я заказывал, он отработал 2 месяца и перестал показывать уровень работы. В общем, сломался. Заказал еще один, не знаю, насколько хватит. Какая-то инструкция. Инструкции мы не читаем. Вот сам приборчик. Предыдущий был другого цвета и другой формы. Этот вот такой вот. И идет ремешок в комплекте. Больше ничего нет. Вот такой вот длинный ремень. Наверное, можно на шею вешать. Так, сейчас попробуем вдеть. Слишком тяжело, тут нужно что-то. Сейчас пока не вденется. Сейчас ставлю батарейки, посмотрим, работает эта штука или нет. Вот, кстати, старый пульсоксиметр. Вот такой вот он. Включается. Пишет, что ставьте палец, и отключается. В общем, кирдык ему. О! Включился. В общем, уровень кислорода в моей крови 93, пульс 84. В общем, эта штучка работает. Будем пользоваться. Так, отключается как? Предыдущий отключался сам по себе, когда палец вытаскиваешь. А этот вот off тоже выключился. Ну-ка еще раз включим. Теперь, а нет, опять 93. Пульс 92. Ну, в общем, вот такая штучка полезная. В данном случае уровень кислорода в моей крови низкий. Хороший показатель, когда либо 98%, либо 100%. Здесь 94%. Поэтому нужно срочно на свежий воздух.